Вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». Говоримо, в якій ми про різні цікаві теми, які не можуть нас не хвилювати. Сьогодні будемо говорити про український характер. Чи існує він? І який він, якщо є, допоможе нам в цьому наш постійний гість. Це Оля Алексєєнко, психолог. Вітаю вас, Олю. Здравствуйте. Я вже з вами скучила і дуже думаю, що сьогоднішня тема буде надзвичайно цікава нашим глядачам також. Тож, чи є він, український характер? Есть. Есть український характер. Який же? Изучением характеров народности, вообще народности, народов занимается этнопсихология, да? И, то есть и украинцы вот, на рубеже 21-го столетия являются продуктом своего исторического прошлого. И если проследить, обозначение психологии этноса украинского, если мы возьмем вот так вот, то оно происходит через следующие понятия. Это как менталитет, ментальность, этническое осознание, сознание, самосознание. И если задуматься над этими, как бы, этническое становление личности, если задуматься над этими понятиями, то действительно есть у нас своеобразные индивидуальные черты, присущие только украинской нации. И никому из наших соседей? Нет. А как так получается? Чем это, какие причины, что именно вот у каждого народа есть какие-то свои особенные черты? А это получается, что вот еще Юнг выделял определенные архетипы, которые присущи определенным нациям. То есть это герои мифов, герои сказок, легенд, о которых мы поговорим, да, и как они влияют на наш уровень сознания, самосознания, на наш национальный характер. И если можно вот на сейчас смотреть, то очень сильно возросла активность украинского народа. Вот в данный момент ситуация в стране, который борется за свою за свои национальные интересы, за свою независимость. И поэтому, а что такое психологический опыт нации? Это получается, когда субъективный опыт, накопленный поколениями, применяется в объективной вот нашей реальности. Я думаю, что как вот каждому человеку он может бесконечно слушать о том, как рассказывают о нем, так и тому наши телезрители, которые украинская нация, тоже может слушать об этом бесконечно. Так какие же мы на самом деле, если так, вот особенности украинского этноса, если вот какие выделяют особенности ученые, которые исследуют украинский этнос, это развитое личностное начало, то есть, которое проявляется в чувстве собственного достоинства, независимости и индивидуализме. Дальше. Это украинское общество характеризуется определенным однообразием, как за образовательным образом, так и за общественным положением. Дальше. Акцент на внутреннем духовном украинцев, а не на внешнем проявлении себя. Любовь к природе. Терпимость. Я сколько читала по этой теме, то и просматривала информацию, очень присущ украинскому народу индивидуализм. Отдельно выделяют вот такие качества. Еще здесь можно рассмотреть такие составляющие, как этноса. Это, например, экологические составляющие. Да? Что это такое? То есть среда проживания и как оно влияет на украинскую жизнь, да, жизнь украинского народа. Это ландшафт, климат, особенности почвы, флоры, фауны, да, и как они влияли на протяжении всего существования украинской нации. И самое что интересно, вот украинская природа дала такую черту, как мечтательность. А с чем это связано? А потому что давайте вот посмотрим. У нас, да, Украина большая, она состоит из разных природных, как бы, ландшафтов, да. Это лесостепь, степь, да, и горные массивы. Это Прикарпатье и Закарпатье, да. И давайте посмотрим, какие песни присутствуют, вот, например, в лесостепи, да. Они такие вот мечтательные, да, там свободные, текущие, да, как. Вот я когда-то я читала вот про украинскую песню, что украинская песня, почему она такая вот протяжная, вот такая вот, она как степь, вот как выйдешь.
Да, как степь, потому что украинцы в основном они занимались земледелием. То есть они были на земле. Земля для них была главная. И поэтому они не, так как земли у нас очень много, да, и чернозем он хороший, и поэтому украинцы в древности не особенно, вот, знаете, так прилагали усилия к тому, чтобы ну, затрачивать какие-то дополнительные свои человеческие ресурсы для того, чтобы что-то взрастить. Потому что земля нам давала очень многое. И поэтому у них было время для слагания вот таких песен, спокойных, размеренных. Да, это замечательно. А если брать какие-то другие вот регионы, например, там, где горы? А вы посмотрите, какие у них песни, какие у них танцы, такие, да, ритмические, да. Да, то есть у них сама природа настраивает на то, чтобы вот то, как они живут в горной местности, даже эти трембиты, да, которые очень длинные, да, музыкальные инструменты, они, чтобы как-то передавать громко, чтобы они себя слышали. Вот, вот это, получается, передается ну, из поколения в поколение. Почему у них вот такие песни, вот такие там танцы, они так себя проявляют. Еще вот что сходит вот в украинскую психологию, в украинский характер, это как взаимодействие с другими народностями, да, и как это влияет на формирование украинского характера. То есть что здесь присутствует? Здесь присутствует дух терпимости, толерантности, да, мы спокойно воспринимаем соседство других национальностей, и мы принимаем у себя другие национальности. Это у нас нет, понимаете, вот такого качества, как враждебность к другим народностям, да, мы можем спокойно принимать у себя студентов другого даже цвета кожи, да, и это видно по сравнению с другими какими-то национальностями другими. Там. И нет такого, что жажда завоевания. Нет, у нас нет жажды завоевания. То есть, и другие народы, братья истории, постоянно вели какие-то войны, завоевывали, потом империи распадались, а потом опять все начиналось снова. У нас вот здесь нет. Получается, как бы перекликается еще влияние геополитического фактора, да, на украинский национальный характер. Получается, что мы, украинцы, всегда были под кем-то. То есть там и Польша была, и Великолитовское княжество, и татаро-монголы, а потом русские, да, там мы под Россией ходили, как бы царское время, да. И вот тут проявлялось здесь в украинцах, они хотели защитить свой дом, свою семью. В этом проявлялся индивидуализм. Конечно, нам насаждались вот эти все совковые, если можно взять вот такие моменты, да, что там коллективизм. Будь там, как все. Будь как все, да. Но, даже до сих пор, кстати, вот это вот выражение, там, не делай то-то, потому что будешь не как все. А дело в том, что нация-то украинская интровертированная, она направлена на внутрь себя, на развитие своей духовности. И то есть здесь хотели нам насадить то, что вот искоренить вот этот вот наш индивидуализм всякими там насаждениями, способами. Да, способами. Еще также здесь очень важно, да, что Украина расположена в центре Европы. И как бы на пути двух пересечений, да, двух торговых путей, это Востока и Запада. То есть влияние на украинскую национальность еще вело то, что мы перенимали и обычаи и Востока, и Запада. И это у нас как-то ассимилировалось, да. Ведь давно известно, что и в Триполи, и у нас ну, археологи поселения, и Дикий сад, и Ольвия, да, то, что это были важнейшие как бы вот пути накопления нашего первобытного такого изначального этноса. Как бы оно все формировало здесь себя. И очень главное здесь мы вот переходим к тому моменту, что семья играет очень в Украине главную вот роль в формировании национального характера. То есть это не ячейка общества, как мы привыкли, а это гораздо больше. Это гораздо больше. И я бы хотела здесь поговорить о том, что
Семья и религия. То есть очень много языческих моментов осталось у нас. Как бы не хотели искоренить, ну, христианство, когда пришло, а все-таки языческие моменты у нас очень много остались. Это как Ивана Купала, даже если похороны проходят, они тоже... И вот, вот взять Ивана Купала, казалось бы, ну, столько лет уже прошло, уже столько поменялось всяких вероисповеданий, да, и все, что возможно, и всяких режимов политических. Но тем не менее, и сейчас, вот недавно совершенно, ну, в парке Драйв, было молодые девушки, которые сами организаторы этого же действия. То есть это не старые бабушки там приглашают всех, это новое поколение, которое с восторгом, хотя казалось, ну что здесь интересно, тем не менее какая-то вот генетическая память. Генетическая идет. Память, потому что дух предков. Как бы там ни было, как бы не искоренялось язычество, оно все-таки у нас присутствует. И оно будет присутствовать, потому что это наша особенность, и мы от этого никуда не денемся, как бы это нам ни запрещали, что бы мы ни делали. Да, совмещать будем, но все-таки корни у нас остаются, и это очень хорошо. Понимаете, здесь очень важно еще играют сказки, легенды украинские, да. И даже посмотреть, если взять, например, русские народные сказки, да, мы возьмем, или какие-то другие, в каком образе там предстает Баба-Яга? Такая бабушка вредная, хочет кого-то съесть постоянно. А у нас? Ну, такая... Мавка. Да, да, у нас совершенно другой. Другой образ. У нас, знаете, вот даже образ женщины у нас... Вот. У нас нет, и даже образ мужчины, вот если взять, ну, допустим, наши соседи, Иванушка-дурачок у нас, я не думаю, ну, я не могу так на скидку сказать, что в украинской сказке когда-нибудь мужчина вот был дурачком. Так. Нет, нет у нас. Вот, вот я вот сколько тоже смотрела. У нас мужчина это всегда. Как казак, да. Там, как ты хорошка. За которым не страшно. Это просто мечта любой женщины, мужчина. И самое, что удивительное, что здесь у нас вообще Украина – это матриархальное государство. Как бы там ни говорили. Да, мужчина – глава семьи. Но всем управляет женщина. Да? Исторически так сложилось, что и казаки уходили там в сечь, и потом порабощали мужчин наших, да, в рабство там или это отдавали. Потом война была, да. Все основное ложилось на плечи женщины. И посмотрите... Дети, хозяйство. Дети, хозяйство. И еще можно посмотреть. Земля-берегиня. Калина, да? У нас ассоциируется женщина. Та же самая, да, пример, да, Баба-Яга. Но у нас же нет вот такого, у нас оно представляется в виде молодой, цветущей женщины. Пусть она как бы отрицательный персонаж, но все равно... Но она привлекательна. Она привлекательна, да. То есть очень большое значение имеет на то, что... мы не утратили вот эти корни женственности, хотя, да, нам насаждается какая-то западная культура, да, такой мы боремся, да, боремся то ли мужчина, за женщина, что-то среднее, да, что-то между средним, но нам нужно не забывать вот эти корни, которые, ну, исходят из давних времен, потому что нужно использовать, да, не нужно себя там как бы, чтобы нас унижали, чтобы там и какие-то негативные последствия с нами происходили, но мы должны сделать правильные выводы из истории, которая предшествовала нашему развитию, да, в данный момент, и взять все те положительные качества, которые у нас есть. Потому что на женщине держится семья. Дети, домашнее хозяйство, работа, то же самое. Очень и сейчас я смотрю, политика нашего правительства тоже как бы подразумевает то, что вот последнее, да, в местных выборах должно быть больше женщин, они говорят, да, чтобы привлекать именно к женщин, к управлению хотя бы хоть местными регионами. Да, это замечательно. Женщины, они такие. Да. Оля, скажите, а вот роль детей... Вот отношения между родителями и детьми, какое оно у нас? У нас все-таки все больше направлено на эмоциональное и всеобъемлющая любовь. У нас все-таки отсутствует та рациональная составляющая, которая дает все-таки папа в семье. И мама как любит? Просто. Да, абсолютная любовь. Абсолютная, да, абсолютная любовь. Папа любит за что-то.
То есть нам нужно все-таки строить так отношения в семье, строить так отношения с детьми, чтобы эта любовь была не всепоглощающая, а действительно она была дарующая какое-то, одобряющаяся любовь. Да? Что-то провинился? Ага, ну, простим, да, а нет, здесь нужно как бы градировать, производить градацию, где, что и как. И в воспитании ребенка, конечно, должны обязательно участвовать и мама, и папа, да, бабушка и дедушка, и по возможности, если где-то, ну, не полные семьи, то должно быть какое-то замещение или отцовской роли, или материнской роли, да, там, какими-то другими людьми. И поэтому еще очень важно здесь все-таки учитывать то, что детей нужно воспитывать на национальных традициях и национальных как бы корнях. Все-таки это дает нам огромную подпитку. И смотреть вот то, что вот отличительные черты украинцев, да, вот какие: бережливость, индивидуализм, подозрительность, может, чему-то новому, это тоже хорошо, да, то есть не просто лезть куда-то там полумя, да, а что-то посмотреть, подумать сначала, да, самостоятельность в суждении, духовность, она, и мы должны вот на этом воспитывать наших детей. И, знаете, вот мы в начале нашего разговора вы говорили о том, что есть подъем, возрождение, вот может быть здесь связь в том, что родилось новое поколение, да, которое... Как-то это они уже немножко отошли вот от Советского Союза, этих стандартов, которые, ну, я не могу говорить, что они абсолютно неправильные были. Людям, люди жили, некоторым людям это было очень комфортно, ну, как бы... Это была наша история. Это история, это однозначно, мы не должны отрицать ее, потому что это все наша история. Мы должны выносить с этого уроки. Уроки, это и есть наше прошлое. Как отказываться от своего прошлого, это не имеет просто никакого смысла. Это нет, же было, было это, нет, это хорошо, да, мы должны, еще раз повторюсь, что нужно сделать выводы, да, что было хорошее, что мы возьмем для себя, для будущего поколения, что мы оставим прошлому. И вот это то, что новое все хорошее, мы должны пронести и дать нашим будущим детям, будущему поколению. А как забывать и голословно что-то вот отбрасывать, да, вот потому что они плохие были, а мы хорошие, нет. Нету такой вот белое-черное. Угу. Всегда есть какая-то серая прослойка, которая, я имею в виду, в цветах, что не обязательно вот а то плохой был, а то большевики, коммунисты плохие были. Нет, люди жили, люди были какие-то... Были определенные условия. Условия жизни. Ну, так сложилась наша ситуация, да? Мы должны взять и не допустить тех ошибок, что были, да, проанализировать, что было не так. Ага, сделали выводы, пошли дальше, взяли все самое хорошее из этого опыта. Не обязательно, я помню свое детство, мне очень хорошее детство было, да. Я ездила в пионерские лагеря, я отдыхала у бабушки, у дедушки, мы ездили на море, мы путешествовали, да. Сейчас не могут многие родители этого позволить. Хотя тогда, да, был Советский Союз, да, там как бы все говорят, а плохо жилось. Ну, каждому жилось по-разному. Кто как мог, тот так и устраивался. Потому что и здесь тоже играла свою роль украинский, как бы национальный вот характер. Главное, чтобы вот было хорошо своему дому, своему кусочку земли. То есть каждый старался сделать, да, что-то свое. Вот когда раньше невестка приходила в семью мужа, да, свекровь старалась как бы на ней там отыграться, что она не отыгрывалась. И что старался сделать сын? Он хотел построить дом свой и отойти от родителя, то есть создать свою ячеечку. То есть свою семью, да? Вот даже сейчас говорят, что молодая семья должна обязательно жить отдельно, потому что они должны сами вот сами в своей кухне там перевариться. Да, перевариться, да, обязательно, да. Потому что, ну, если взять, да, какие-то там неурядицы в семье, обычно родители очень часто вмешиваются. Uh-huh.
Но нужно предоставить молодым право то, что пусть они сами разбираются, кто прав, кто виноват. Потому что мы судим, почему, говорят, психологи не имеют права брать на консультацию своих родственников. Потому что здесь я выступаю в роли уже мамы, дочери, сестры, там, да, внучки. Конечно, здесь выходит на первую очередь мое личное, а не профессиональное качество. И поэтому здесь главное действительно дать им, пусть они сами. Они поругались? Они помирятся. Если не помирятся, ну такая уж, знаете, как бы судьба, да, их жить вместе или не жить вместе. Это им решать. А вмешиваться родителям здесь не стоит. А есть ли у украинского характера какие-то негативные черты? А, негативные? Ну вот даже можно взять так. Чтобы моя... вообще правду сегодня мы говорим. Есть, есть. Например, моя хата с краю. То есть не касаюсь, что там происходит, я не касаюсь, я живу себя, меня никто не трогайте, все, угу. Вот это мое. Тоже такой индивидуализм. Да, индивидуализм, да, моя хата с краю. А дальше, ну вот себе на уме тоже вот такое может быть, это тоже негативное, можно как бы так, вот что думаю, то там говорю и то и делаю, вот как бы негативные качества. А постколониальный синдром, это все-таки у нас присутствует. Uh-huh. То, что мы постоянно находились под игом, то, что мы боялись высказать свое какое-то мнение, да, вот это тоже считается как бы негативными качествами. А провинциальность. Как бы там ни было, Украина все-таки считается провинциальной как бы страной, да. Прекрасно помните, из Российской империи, да, из Польши, да, все-таки мы находились на ролях, вторых ролях uh-huh. здесь. Тем не менее, это такая хорошая почва. Почва, вот, в том-то и дело. И комплекс младшего брата. Тоже, если вот вдуматься uh-huh. в эти слова. Но это дает негативу, да, перерасти в позитив. То есть, если мы будем использовать, посмотрим на эти негативные качества, но припишем им какие-то позитивные и дадим качества, и дадим толчок, то есть мы будем развиваться как самобытная держава, да? Еще я вот сегодня случайно по новостям услышала о том, как Сингапур, да, сингапурское чудо, из страны третьего мира превратились в процветающую страну. Но там все правило, как бы все зависело от правителя нашего того государства. То есть как он сумел сделать, использовать все ресурсы и возвысить такую страну, которая находилась в третьем мире, да, там, как говорится, на поставить на высокоцивилизованную, высокоинтеллектуальную, индустриальную, развивающуюся страну. Поэтому нужно использовать наши негативные качества в положительном ракурсе. До конца нашего эфира осталось немного времени. Давайте подведем небольшой итог. Какие черты присущи именно вот нашему украинскому характеру? Чем мы должны гордиться? И думаю, что обязательно все будут гордиться этим. Толерантность другим нациям. Терпимость, чувственность, смекалка, эмоциональность нашей нации, гостеприимство, доброта, все-таки выносливость, мы очень выносливая нация. И еще, вы знаете, как бы там ни было, вот я хочу акцентировать на то, что любовь к природе. Все-таки мы любим свою природу и заботимся, и стараемся как-то украсить свое окружение. Еще немножко времени осталось, но все-таки хочется вот уточнить по поводу женского характера. Мы хозяйки, вот даже настолько хозяйки, что вот говорят, вот когда иностранцы там рекламируют, вот куда, где выбрать жену, то говорят, приезжай в Украину, украинки, ну, там называют куда-то хохлушки, mm-hmm. хорошо готовят, вот не ошибешься. Вот хлебосольность наша, да, это тоже? Это тоже относится к вот тем положительным чертам украинской национальности. Потому что, да, мы как хозяйки, да, мы будем использовать разную хорошую технику, разные хорошие продукты, но не пойдем, не купим какие-то субпродукты. То есть, да, мы сделаем это своими руками. Вот это отличает тоже нас. Да, если взять вот американскую нацию, где ну, там уровень жизни выше, там привыкли больше вот еда не так вот, не такое вот ощущение еды, а у нас должен обязательно быть накрыт на стол. Стол. Гостеприимство, хлебосольность, да, вы правы, Яна, тут
как бы если мы... приходят гости, есть... они не съедят все, это однозначно не съедят. Но стол должен быть накрыт полностью, что тарелки нельзя поставить. Да, друзья, смотрите, какая замечательная страна, какие мы все замечательные. Все зависит от нас, чтобы наше будущее было таким же прекрасным и хорошим. Надо много работать. Над собой в первую очередь. Над собой, да. Да. Оля, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам. Думаю, что нашим телезрителям было очень интересно, так же, как и мне. На все добре. Дякую. До наступних зустрічей в ефірі.